новые русские бабки. Коля, ты рукой махни, когда тебе можно будет гостинцы дарить даром. Света, ты что не хлопаешь? Ты не видишь номер, ты уж кончился, сиди. Не вижу, у меня дальнозоркость. О. Вот смс-ку, которую вот тот мужчина пишет, я вижу. Брешь. Да вот текст. Зая, сегодня не получится. Твоего котика затащила на концерт его корова. Точно, ты смотришь. И что, с такими глазищами ты не видишь, что на сцене происходит? Вижу, там сплошной калейдоскоп. А очки тогда тебе зачем? Затем же зачем и тебе. Для красоты. Погоди, Клав, ты что, и Колю Баскова, что ж, не видишь? Коля Басков — это единственное светлое пятно на этой передаче. Ну да. А все остальные пятна я не различаю. Кошмар. Да почему наоборот? Все же жалуются, что надоели по телевизору одни и те же лица. А мне не надоели. Я потому что ни одного лица не вижу. Ой, я не могу. Зря, Клавка, зря, честно говоря. Иногда попадаются очень симпатичные экземпляры мужчин. Да ладно. Да, может, отсядем отсюда? Я, может, тогда увижу. Хорош, хорош, отсядем. У меня-то близорукость. Да ладно врать, мы же в кино все время на последний ряд с тобой садимся. Ой, Клав, последний фильм, который я действительно смотрел, был это, как его, мужчин там еще один был такой солидный такой и голый. Афоня. У тебя что, в антресольке вообще мозгов, что не остался Афоня? Терминатор. Да. Слушай, знаешь, что придумал? Давай с тобой посередине сядем, чтобы ни тебе, ни мне. А что, логично. Никто домогаться не будет, приставать не будет, отвлекать не будет. Хоть потрындим нормально, как люди. Заходи в мое сердце. Давно, милок, за тобой наблюдаю. С жидкостями мухлюешь, да? Это коктейль. Напиток такой. Небось, никогда не пробовали? Вот, пожалуйста, попробуйте. Светочка, мне кажется, или этот мужчина сомневается, что мы светские львицы? Этот коктейль называется «Морской бриз» для советских львиц. Погоди, а разве в этот коктейль не идет ликер «Блю Куросао», а? Филонишь, гад! Послушайте, на вас наряды 61-го года, ой. А в голове шум радиолы. Интересно, откуда там такое название? Блю Куросао. С вечеринки. С вечеринки по случаю закрытия грибного сезона? Нет у меня Блю Куросао. Так и нечем туда замахиваться, на морской бриз. Давай что-нибудь другое делай, пожалуйста. Я знаю, чем вас удивить. Коктейль «Флирт на пляже». Чего? Какой еще флирт? Ты что, думаешь, мы слово «секс» не знаем? Давай наливай, как положено, секс он запечь. Печь. Да нет, просто у меня водка закончилась, а без нее этот коктейль может максимум называться флиртом на пляже. Ладно, тогда давай, пинай колоду. Пинай колоду? Подруга просит пиноколаду, в ананасе подается. Ананасов у меня тоже нет. Ты гляди, что делать-то? Что-то нет у тебя, бедняга, ничего. Давай, делай коктейль «Утро Матрёны», а то моя песня любимая начинается. «Утро Матрёны»? Все, что есть, в два стакана и не взбалтывать. Зонтики не забудь. Зонтики не забудь.